Здорово, пацаны, здорово, парни. Смотрите, я в чемпионе продолжаю отращивать такую огромную прическу с большой челкой на бок и назад. Вообще не раздражает, заказал сейчас специально для своих волос. Гель заказал специально с мокрым эффектом, сейчас идет. Вообще не раздражает, хочу вообще нагло протестировать. Внимание, пацаны, сенсация сегодня, потому что Арка... Внимание, недавно была выставка Vape Club Show, и Арка забрали номинацию «Лучший жевательный табак». Похлопаем, внимание, и они получили вот такой вот вообще диплом. Смотрите, вот диплом, так и написано в номинации: лучший жевательный табак 24 года, Арка, по всем признакам, внимание. Дипломчик есть. И они стали брендом года. Ну это, пацаны, жарко. Какие могли бы, блять, быть сомнения? И вот, пацаны, у меня реально крепкий жевательный табак от Арки. Внимание, смотрите. Strong Edition Арка. Внимание, пацаны, 24 вкуса. 24 превосходных вкуса. А знаете, какая фишка в этом новом жевательном табаке от Арки? Эти вкусы сделаны по новой технологии на лучшем европейском сырье. Да, пацаны, это дорогое удовольствие. Но ценник остался тот же, как и у конкурентов. Внимание, пацаны, они на этой выставке в тот же день разыграли на своем стенде. Через казино Фортуны разыграли 5 айфонов и 8 аирподсов. Откроем, пацаны, кубышку. Написано здесь жевательный, блядь, табак. Так, вот здесь, смотрите, опа, сделано все на магнитах. Внимание, откупорим. Кубышка, ух ты, очень раздражает. Вы будете думать, что вас ничем не удивить, пока вы не попробуете Арку. А, новая Арка. Сейчас закину, пацаны, я эту сенсационную новую Арку. А, что с мерчем у них? Да, ручечки. Ну, это вообще не раздражает. Продукт они охуенно представили. 4 вкуса. Здесь 10 вкусов. И здесь, пацаны, 10 вкусов, блядь. Ну, что, пацаны, закинем новую Арочку сенсационную. Меня подкупило, пацаны, что сделаны по новой технологии на европейском сырье. Меня это подкупило. Ну что, пацаны, откупим кубышку и посмотрим, что же здесь за вкуса, бля. Ну что, шандарахнем кофейку. Вообще не раздражает. Ну что, пацаны, вот такие вот, короче говоря, шайбы. Молодцы, написали, блядь, на русском. Так, ну что, пацаны, откупим кубышку. Первый блок, блядь, открыл, нахуй. А второй, блядь, сейчас кидаем, нахуй. Откупим, блядь, кубышку. А вы знаете, что все блогеры сидят на кофеине? А? Они кофеек махают перед тем, как сделать обзор. Я нет, у меня без кофеина. Я вам рассказывал, я декаф пью. Но иногда можно кофеинчик долбануть. Так, пацаны, я откупорил 2 блока. У них, пацаны, 24 вкуса в линейке, 24 микса. Чтобы всегда чувствовать себя расслабленно, комфортно, спокойно, достаточно иметь при себе Арка. И здесь, пацаны, еще у меня 4 вкуса. Это вообще конгениально. Не просто так они завоевали на выставке Vape Club Show как лучший жевательный табак 24 года. Это вообще не просто так. Смотрите, в каких они коробочках. Каждая шайба в такой вот вообще коробочке. Тут написано «Жевательный табак». Тут написано «Strong Edition». Внимание, это наикрепчайший жевательный табак. Откупорим, блядь, коробку нахуй. Внимание, пацаны, знаете, какой табак здесь используется? Внимание, написано «Табак Virginia Gold». Настоящий табак, измельченный. Так, первый вкус, пацаны, спермент. Откупорим кубышку, блядь. Ой. Не понял. Смотрите, что за штучка здесь. Пацаны, все. Я первый раз вижу такие шайбы. Впервые. Это, видимо, для вторика. Откупориваешь. И вторичок. Смотрите, как сделано они. Посмотрите, как аппарат у них укладывает. А, внимание, в этой номинации все рассматривалось. Качество вплоть до качества табака. Вплоть, пацаны, до измельчения. Вплоть до укладки. Какая влажность. Там все учитывалось. Поэтому не просто так. Они завоевали лучший жевательный табак 24 года на выставке Vape Club Show. Внимание. Ой, какие приятные, посмотрите, какие пухленькие. Запай вообще просто шикардосный. Да, да, действительно, пакетики вообще идеальны. Ну-ка, ай, мята такой ментоловый, спермент. Не бесит, внимание, пацаны, смотрите. Вот это вот вообще коробочка, в первый раз такой вижу, потому что сюда кладется чего? Вот сюда вот внутрь кладется. Оп, вот так вот кладется вторичок. И он внутри, и тем самым тут еще выдавлена такая гравировочка Арка. В первый раз я вижу такие шайбы. Здесь, внимание, все гладко, потому что здесь крышки нет, как у всех у обычных. Они пошли, пацаны, другим путем. Поэтому нечаянно здесь нельзя сбьёдать и вторяк, чтобы вывалился. Внимание, либо от тряски, либо от удара, либо если ногтем нечаянно в кармане где-то подденется. Нет, здесь, чтобы вторяк достать, чик, и вот здесь вторичок. Переворачиваешь, и здесь вот крышечка такая, раз, здесь, видите, вторичок будет. Вот такое мне очень сильно нравится. Пацаны, здесь 16 грамм в каждом пакетике. Ребята постарались сделать красивый и узнаваемый дизайн.
Так, посмотрим. Так, табак. Так, посмотрим, промнем. Да, пацаны, табак реально качественный, без комочков. Измельчают вообще точно как надо. Молодцы, Арка. Достойный конкурент даже для мировых шведских брендов. Второй вкус – Double Mint. Третий вкус – Original. Четвертый, пацаны, это вообще лимон. Лимон. Давайте, пацаны, откупим. Вообще лимончик. Ой, откупим кубышку, блядь. Так, лимон, блядь. Опа, ай, не бесит для вторика, смотрите, лимон, и он действительно вообще желтый. Пацаны, изумительные аромки, изумительный ароматизатор, вообще лимончик прям чистейший. Вкус энергетик. Опа, манго-клубника, не раздражает. Так, опа, сладкая мята. Персик-манго, персик-манго. Давайте, пацаны, откупаем персик-манго, посмотрим, какие аромки в персике-манго. Откупаем, блядь, кубышку. Ух ты, персик-манго. Ух ты, манго и персик, знаете, какой свежий, наисвежайшие аромки, очень приятные, очень приятно делают. Так, пацаны, вкус сладкой вишни, 24 вкуса, блядь, gold grape, холодный виноград, опа, карамель, вкус, пацаны, карамели, давайте, пацаны, откупим кубышку и посмотрим, что же здесь за вкусы карамели, уи, блядь, так. Карамель, ну-ка, пахнет ли карамелькой? Шнабак туда засунем, блядь. Да, пацаны, карамелька. Изумительные аромки используют, изумительные. Да, пацаны, арку эту вы точно никогда не пропустите в магазинах. Почему? Потому что они делают свои фирменные шкафчики для жевательного табака и отправляют своим клиентам на табач. Выглядит круто. Опа, смотрите, очень круто и эстетично. Респект за такой подход. Посмотрите, они делают свои шкафчики. Вот они, для жевательного табачка. Вообще не раздражает. Внимание, пацаны, смотрите, собственное производство, европейское сырье. Полный пакет документов, абсолютно. Включая все сертификаты, разрешения, честные знаки. Высокая маржинальность. Оптовая цена 285 рублей всего-навсего при таком качестве. Естественно, все ссылки я оставлю внизу, в закрепленном комментарии, блядь, под этим видео. По новой технологии сделаны и на европейском сырье, а цена осталась такая же, как у конкурентов. Конгениально. Сейчас попробуем. Опа, вкус мармелад. Дикая мята. Опа, вкус ваниля. Мне нравится ваниль. Опа, cold brew. Опа, пацаны, чего? Ягодный лимонад, блядь. Откупим ягодный лимонад. Понюхаем, посмотрим, блядь. Опа, откупим кубышку. А, вторичочек новый. У меня вообще концепция не раздражает, что вторяк находится, место для вторяка находится внутри. Вот они, посмотрите, какие. Как яичко, смотрите, какие паки. Широкие, отличные. Много сырья, значит, большое соприкосновение поля деятельности будет для слизистой. Из-за того, что много сырья и толстые, и широкие паки. Посмотрите, как обалденно запаяны. Лимонад. Ягодный лимонад чистейший. Малина. Опа, вкус барбарис. Я помню в советское время вкус барбариса. О, дыни, пацаны, и кокос. Кока-кола. Табачная компания нового поколения. Изготовление с применением инновационных технологий. Поэтому, пацаны, на Vape Club Show они заняли, внимание, первое место по жевательному табаку за 24-й год. Скажу по секрету, приглашение мне приходило. Внимание. Но я не пошел на эту выставку. Почему? Да потому что я капризный очень. Капризный. Чисто поэтому. Ледяная кола. Ну что же, может быть лучше ледяной колы? Только ледяная кола, потому что это классика. Так, пацаны, черная вишня. Откупаем кубышку, посмотрим, что же это за черная вишня. Опа! Ой, пацаны, вишенкой. Чистейшей вишенкой. Аромки превосходные. Манго, пацаны, нектарин. 24 вкуса они замутили. Пацаны, и Ice Cool. И я выберу какой-нибудь один пак, чтобы закинуть и протестировать на себе мощь этого жевательного табака, потому что он наикрепчайший. Внимание, сделано на основе цельного табачного листана. Только немецкие пищевые добавки и ароматизаторы. Именно поэтому, когда сейчас я нюхал, я обалдел от этих качественных аромок. Безопасный продукт, проходящий все этапы контроля. Все этапы контроля качества. Законный жевательный табак, акцизная марка и честный знак. Есть 24 микса. Ладно, посмотрим. Столько много жевательного табака. Внимание, и здесь нету тех, которые повторяются. Реально 24 вкуса от такого ассортимента, как они подошли. Я просто обалдел. Ладно, пацаны, какой же я возьму? Ладно, давай, персик-манго, поехали.
Круть. Так, персик манго, персик манго. Смотрите, беру персик манго. Пак обалденный. Чу. Так, 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 так. Сюда его. Поехали. Сразу пацаны пошли, эти аромки, блядь. Сразу моментально персик и манго. Сразу пацаны, естественно, блядь, зажгло. Персик манго, персик манго. А, точно, крепкий, наикрепчайший. Фух, пошло дело, пацаны сразу вставляет. Персик манго вообще во рту распространился. Какие же обалденные аромки, очень приятные. С стяночкой очень хорошо водесно делаться, потому что очень обалденный запах, то есть не нужна никакая гамма жвачка, абсолютно не нужна. Сейчас я вторичок сюда закину, Никотосик в кровь моментально уже долбает, получаю уже наслаждение. Чувствуется прям где-то на 20 секунд проходит, и сразу 20 секунд, пацаны, прошло, и я чувствую, вот только заложил, очень крепкий, пацаны, сразу в кровь втиснулся у меня никотосик, сразу моментально в крови никотосик. Такой кайф, что это разрешенная вообще наглухая вещь. Но это уже в прошлом, раньше квакали. Это, пацаны, уже, конечно же, в прошлом. Все, уже это однозначно разрешенные все продукты с честным знаком, с акцизной табачной маркой, с российской, продается в табачках. Конгениально. Все, я, короче, вообще сейчас буду скидывать очень крепкой, мающая вещь, очень крепкая штука. Вышибает просто крепостью своей, буквально 20 секунд заложил, и все. И сразу нахлобучивает, вообще наглухо, никотосом нахлобучивает. Раз, два, три. О, заскакал, заскакал, пацаны, смотрите, я вот так заскакал, как гиббон паршивый. В свои 28 лет такой паршивый гиббон. А если бы я еще жахнул какие-то, представляете, что это было? Ладно, пацаны, не могу больше терпеть, скидываю. 1, 2, 3, 4. Ай, поймал, поймал, поймал. Декаф, декаф, пью декаф, пацаны, без кофеина. Вот, видите, пацаны, написано, кофе в зернах без кофеина, без кофеина. Вот, называется декаф. Вот он, вторичок. Внимание, персик с манго. Вообще, во рту вот эти вот шикарные иностранные аромки. Так, чё, протестирую, блядь. Протестирую, парни, новый вид расположения внутри шайбы вторика. В первый раз на моем канале. Я первый раз такой вижу. Ай, класс, вообще класс, смотрите. А здесь коробочка вообще плоская. Пацаны, ой, воткнуло, как меня столько много здесь никотоса, вообще просто шибает. И еще третий раз повторяю, 20 секунд и все, и шибает, вообще никотос. И ты бегаешь гиббоном по хате в своих этих тапках. Вот такие тапки я ношу. Внимание, последняя информация по своей хате. Внимание, ключи ожидаем когда? Летом, внимание. В общем, в конце следующего года, либо летом, либо осенью следующего года я уже буду ключи с ключами, вот так ключи буду на руке крутить и в мыслях поставить панель, телевизор, панель поставить. Сейчас, сейчас, о, класс! Поставить 100 дюймов, 100 дюймов, мои ролики будут на фоне. Я буду рассекать по хазе и маток заманивать. Еще год осталось подождать, год. Тачка, я взял тачку для этого, для своей новой хаты. Хат, чтобы на тачке, на новой, на своей, подъезжать. В салоне жевать на табак всегда я вожу. В общем, тачку для чего взял? Чтобы возить свою хату. Без шуток, кроме шуток, ожидается, внимание, чего? Того. Внимание, летом следующего года. Либо ключи беру без ремонта, либо еще полгода жду. Придется еще полгода подождать после ключей. Если я ключи не забираю, значит жду ремонта. Если без ремонта, вайтбокс уже будет на хазе. Я забираю ключи следующим летом, пацаны. Если не жду, если с ремонтом, то еще полгода, внимание, придется подождать. Ну что, пацаны, вот такая вот новая, пацаны, арочка. Вообще конгениальная. 24 вкуса. Подтверждаю, что не просто так им дали вот эту номинацию. Лучший жевательный табак 24 года на выставке Vape Club Show. В общем, никотоса, никотосик в крови мне стало вообще изумительно. Ты начинаешь сразу чувствовать, как никотос проникает. Очень сильно, очень крепкая арка. Новая линейка. Как проникает в кровь, и ты уже полон никотосика. А если подержать еще больше вдвое, то еще будет эффект сильнее для тех, кто посильнее. Я бы еще меньше держал, если бы не для обзора. И вторичок, и один вторяк. Внимание, один пак. Я бы растягивал на целый день. Вот такая вот арочка. Слушай, мои качественные треки. Двигаемся в ТикТоке, мы всех расшибаем. А с вами был Дворецков с новой арочкой. В общем, качество на уровне европейских производителей. Арка, рынок жевательного табака просто разжучила вот так вот вообще в край. Арочка, молодцы. Никотоса, вот столько. Гуд, двигаемся. Делаем дело. Фу.